Это, конечно, колоссальнейший вклад, который сделала в развитие корабельной авиации. Летчики-испытатели корабельные, ну, просто боготворят его, потому что действительно практически весь полк на крыло поставил он. Со всеми летчиками, со всеми буквально он летал. И вместе с Тимуром Автандиловичем Апакидзе, это вот, пожалуй, они вот вдвоем сделали такое колоссальное количество полетов, порядка там 300 посадок на палубу, то есть это совершенно уникальный опыт. И очень сложные были ситуации в процессе вот, переучивания, обучения, в процессе боевой службы. Также посчастливилось Сергеем вместе быть на боевой службе в Средиземном море. Вот эти интересные моменты, которые вот говорят про маски, там, значит, как дело обстояло. Мы после 3 с лишним месяцев нахождения на боевой службе, что такое боевая служба? Это мы в океане, в Атлантическом, в Средиземное море, потом возвращаемся, и нужно самолет перегонять на базу. Сергей садится в самолет, улетает, то есть мы еще до берега не дошли 200 километров. И, значит, он перебазируется в Североморск 3. И там заруливает, там, соответственно, оркестр, там руководство встречает. А Сергей, значит, действительно на руле не одевает маску такой гориллы. Вот. И у всех, конечно, удивление, как вот так там стоят большие генералы, генерал-полковники. Сергей рулит, такая горилла волосатая, там оркестр, видеокамеры, то есть и...